Следующий в списке – когтистая правая рука Осборна. Цирковой урод, маньяк-садист, который обожает сырое мясо. И имя у него подходящее – Эдриан Тумс, или Стервятник. Но как бы его и ни звали, для меня он навсегда останется ублюдком, который убил моего дядю. И не просто убил. Жрать. Что случилось, Тумс? Закончилась человечина? От меня не уйдешь, трус. Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Spider-Man Разрушенные измерения. И у нас на очереди Человек-паук Нуар. Вот, снова в космическом костюме в новом. Так же, как и у обычного Человека-паука, у него вот, мигают руки. Не знаю, для чего это сделано, но ладно, пофиг. Вот. Ну что, нам нужно догнать Стервятника. Вон, я вижу его тень. Жрет там, что-то сидит, жрет. Пернатая падла. Так. Замотали в мешочек и меня заметили. Меня уже заметили. Как? Кто? А, он снизу, чувак. Ладно. Не будем его трогать, пускай он. Вон он. Пускай он там крутится, вертится. Так. Проползти по дому, что ли, надо? Так, этого тоже замотали. Пока все гладенько, четенько. Человек-паук приближается. Он нужен мне мертвым, понятно? Иначе вы поплатитесь. Ага, сейчас. Так, паучок, смотрите тут. Ай-яй. О, взял. Отлично. Так. Хе-хе-хе. Охранники хе-хе-хе делают. Так, ты не мешаешь? Я тебя замотаю, повиси немножко тут. Так. Они там не видят меня. Я возьму эссенции немножко. У нас, кстати, 64 штуки эссенции. О! Пернатая тварь убежала. Кстати, он здесь больше похож не на птицу. По идее, он должен на Стервятника быть похож. Вот. Почему перевода нет? По идее, он должен быть похож на птицу. А тут он больше похож, не знаю, на какого-то вампира, на какого-то грызуна или вообще там... Как их называют-то? Запамятал, как их называют, какого-то падальщика, на упыря на какого-то, во, вспомнил это слово. Так, ладно, пока никто не видит. Как я все это профессионально проворачиваю, заметили, да? Просто все четенько. Испытание у нас пройдено. Отлично. Почему перевода нет, я что-то не понимаю. Или то, что говорят, это не важно. Переводят только важное. Отворачивайся, ну. Мне ж надо тебя замотать и подкрасться так. Ох, как мы его к стеночке-то прижали. О боже, это управление. Так, снова в дверь. Привет, ребят, у вас не найдется стакана молока?
Нет, приятель, но у нас есть кое-что еще, что ударит тебе в голову. Воу. Какой здоровяк-то. Окей. Так, какая-то подзагрузочка пошла. О, режим аниме. Удары в воздухе. Драчки, драчки в воздухе. Так, чё, я его не замочил, что ли? Ну-ка, ладно. Стульчиком. Так, теперь пришло время здоровяка. Эй, мужик, пришло твое время. Хватит прятаться за столбами. Получи в спину пяткой. Ох ты, ничего себе! Так. Я ничего не вижу. Ах ты, ублюдок. Так. Давай. Ломайся уже. Отобрать бы эту кувалду и надавать тебе по голове. Ох ты, засранец. О, пришло твое время. Отлично. С этим справились. О, еще подмога. Да они еще и гранатами каким-то кидаются. Так, пришли какие-то бейсболисты. Да отвалите. Ух ты, ублюдок. О, граната. Только ногами умеет пинаться. Да, граната. Какой живучий, смотрите, тоже, да? Я умею уворачиваться. Не думайте, что я такой, как стол, встану. Хотя, смотрите, они хп сняли, то, блин, прилично. Бесполезные твари. Все вы сами себя защитить не можете. Прикончите Человека-паука, иначе я вас придушу. Так, окей. Не выходите из тени. Это значит, нельзя на свет попадаться, что ли? Ладно. Прям такой 2D Человек-паук. Так, я так понимаю, надо лучше вот здесь пройтись, да? Чтобы не попасться. Там, смотрите. Там, смотрите, прожектор. Ай! Он наверх не пойдет? Нет, не пойдет. Ползем. Она повиси тут пока. А я разберусь с остальными. Че он там крякает? Попался на свет там. Ну ладно. Прошло гладенько все равно. Стервятник сегодня еще страшнее, чем обычно. Да уж, это что-то. Вряд ли его кто-то может напугать. Обычно это его все боятся. Как же мерзко у него изо рта воняет. Ага, чем он питается? Стервятник напуган до смерти. Никогда его таким не видел. Да, если уж он боится, мне самому страшно. Паук лезет, куда его не просит, он не с теми связался, он навсегда запомнит тот день. Сейчас ночь, неважно. Звучит хуже, он навсегда запомнит эту ночь. Вот именно. Вот поэтому мы до сих пор просто тупые шестерки, постоянно трепимся ни о чем. Подкрепление? Ничего, я всех бандитов повыведу в этом городе. Ну что, давайте, повыводим бандитов из этого города.
Блин, нуар прикольный. У него сама такая атмосфера вот этих вот... тех годов вот этих вот... А, да блин, отвалите. Тех вот годов гангстеров, мафии. Такое прикольно сделано так. Еще раскрасочка такая, почти вот... как будто черно-белая, но она цветная. Не могу объяснить, как это так. Так, вот этих вот ублюдков, которые гранатами кидаются, надо повыносить в первую очередь. Чтоб вас. Когда у вас гранаты-то кончатся? У вас что? И вообще, где они их держат? Я вот не могу понять. Где вы их прячете? В трусах, что ли? Я не знаю. В трусах тоже немного места. Ну, хотя, бывают такие трусы с кармашками. Ну, целый ящик гранат туда все равно не влезет. Так, отлично, с этими со всеми расправились. О, подкрепление. Бейсболисты. Еще идут. Снова эти бомбометы. Да отвали ты. Я сейчас тебе эту дубинку, знаешь, куда засуну. Они еще ногами вот этими своими пинают. А че у меня так жизнь-то сняла просто? По-жесткому. Есть. Сдох. Отлично. Так, и куды? Плохое предчувствие. Игры закончились. Стервятник проголодался. Да? Вот это попробуй. Так, битва со стервятником. Отлично. Теперь надо понять, как с ним сражаться. Что, вот так просто мочить? О! Да, получается вот так просто мочить. Ах ты, ублюдок. Еще какие-то ножи кидает курочка. Ублюдок. На, получай. Оп. Куда попрыгала курица? Как куропатка. Нет, не куропатка, а кенгуру. Отличное сравнение вообще. Так. Прожектор. Помни, паук, стервятник ненавидит свет. Понятно, значит, что-то с прожектором делать надо. Шмякнул об стену так смачно. Так, куда-то свалил. О! Ладно. Че, теперь так? Просто его тебя долбить? Или... Ну, попробуем ящиками. Отличненько. Куда ты там присел-то? Как я его смачно-то снес. На тебе. Оп! Ах ты, ублюдок. Да сколько можно? Проворная тварь. Так. Куда он свалил? Где он?
А, вон сидит. Ну-ка, не сидеть. Сидишь? Не сиди. Так. Он опять наверх свалил, да? Ну и где ты? А, вон он сидит. Попробуй пролить свет на эту загадку. Да какая это загадка? Отлично, все. И никаких загадок. Кажется, тебе надо успеть на поезд. Или поезд сам тебя догонит. Вперед. О, валим, валим, валим. О, ты чё, паучок? Так. Подзагрузки опять тут всякие. Куда он? А, вон он. Ладно. Сюда? Так. Чего ты ко мне пристал? Давай поговорим по-хорошему. Конечно, я забираю камень, ты садишься в тюрьму. Шш, что значит шш? Это все, что он мог ответить мне. А это как тебе? Я должен спасти этих людей. Тумс, давай на чистоту. У тебя всегда с головой было плохо. Смотрите, тень его. Опять там сидит. Жрет что-то или что-то. Жрешь? Не жри. Так. Спасти людей. Ну как без этого? Как же без этого? Так, окей. Давайте-ка для начала сюда. Так. Находимся в тени. Давайте вот это. Так, 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 нас засекли. Но мы одного... Одного мы вынесли. Пускай там успокоится. Так. Покончено с тобой. Отлично, все четенько. Все четенько. Подхватить. Так, и куда? Вон туда. Да ты заманал. Кого ты там видишь? О, еще бежит. Свалили, отлично. Сейчас там устаканится. Так, нам еще раз, два, три. Три чела надо спасти. Глазастого мы сейчас запакуем. Пакуем. Сегодня мы с тобой пакуем. Так, отвернется, нет? Кто-то на меня смотрит, да? В мою сторону не поворачивается. Давайте обойдем его. Можно этого вынести.
Странно, почему окно не разбилось? Окей. Как это Человек-паук так залез по ступенькам и что-то не понял? Все, иди домой. Иди к жене и к детям. Еще двоих. Отлично. Так. Ну давайте, наверное, вот сюда. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, главное не выходить из тени. Да ладно. Валим, 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 валим. Отвали от стены. Сам ты мопс. Он меня мопсом обозвал. Команда контра. О, женщина. Мы спасаем женщину. Окей. Так, куда тебя? Все туда, да? Всех туда. Все, иди домой, женщина. Готовь борщ. Так. Четверо. Здесь у нас четверо. Окей. Да что ты? А почему мне не появилось? Воу-воу-воу, сейчас заметят. Почему у меня Ку не появилась? Это Человек-паук, что ты творишь? Что это за поза, блин? Прекращай. Какие-то... О! Надо же было так, а? Давай уходи уже. Я устал ждать. Я не умею столько ждать. Отлично. Ну что, этих не будем трогать. Давайте заберем человека и свалим отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй, засекли нас. Валим, парень, валим. Взять его. Чем больше, тем лучше. Что, камон? Бомбометы. О, еще подмога. Без баллиста. Оп. А, так бы... А, я думал, он сдох. Я думал, так быстро вынес его. О, смотрите, там еще целая куча народа. Ну какие-то они, смотрите. А, это просто свет от окон. Я думаю, какие-то они светящиеся. Да отвали ты. Отлично. Fire, fire. Из чего ты там fire собрался сделать? Из своей дубинки? Отвалите. Так. Убой. На убой просто. Как тряпку. Как тряпку так попинал по полу. Да блин. Человек-паук. Хватит тупить. Я нажимаю на удар, а ты почему-то не ударяешь. Да заманал, а? Ублюдок.
Говно собачье. О, сработало. Есть. Все, со всеми расправились. Че? Что это? О, боже. О, их и двое еще. Их еще и двое. Окей. Как вам эти? Это нравится? Так, слишком высоко. Лучи. А друг друга они не бьют? Ай! О! Я все-таки успел увернуться. Давай мы пока с этим разберемся. Второй пускай постоит в сторонке. Блин, в ящичке. В ящике ударился. О, не успел. Да сколько можно-то? Сколько в тебе жизни? О, он заморгал. Ой, второй заморгал. Отлично. Ну что, открывайте двери. Или еще будет подмога. Он близко, я это чувствую. Стервятник должен подниматься все выше и выше, как птица. О нет. Идем, пора вставать. Не хочешь выпить? Добро пожаловать в ад! Ух, этот больной ублюдок, он все поджег. Боже, там есть люди. Ты маньяк, что ты наделал? Нужно спасти их. Ну да, как обычно. Еще и на время, смотрите, горящая башня. Ну давайте спасем на время людей. Так, куда тебя нести? Покажи мне дорогу. Отлично. Так. Мне надо как-то наверх. Ох ты, засранец, поджег. Так. Еще выше. Окей, возьмем эссенцию. О. Махает руками. Туда, там завалило, надо в обход. Как мне? Воу-воу-воу, мне не сюда. Отлично. Так. Сколько? Еще один, да? Наверх. Так, а здесь где вход наверх, я что-то не вижу. Что-то потерялась я. Потерялась. А, вот похоже наверх, да? Но почему-то мне... Ай, ай-яй-яй, жопу поджег. Взлетел как вертолет. Что, ублюдок? Воу-воу-воу-воу! Еще выше! Во! Когда ты сдохнешь? Да не дождешься. О, женщина, ты что тут забыла? Спасибо, пожалуйста!
Так. Он наверх. Ты покойник. Не поймаешь меня никогда. Так, я слышал там хе-хе-хе. Значит, эти... Рядом. О, вон он сидит. Ну-ка. When you're locked up somewhere dark and cold with bars on the windows. Так, ничего так. Сработано. Ну-ка. Еще один. Так, я вижу эссенцию, давайте возьмем. А тут никак, да? Здорово. Так, больше они нам не помешают. Да ё-моё! Я размечтался. Все, я убежал. Я растворился как пыль. Пыль не растворяется. Я растворился как сахар в воде. Так. Вон там что-то машет, сидит. Окей, давайте так сделаем. Ух ты, ублюдок, он, смотрите, уже свалил. Так. Да что ты? Как, зачем ты сюда пошел? Ой, наверху! О боже, меня убили. Так, сейчас мы тебя... Да блин, повернулся ко мне. Так. Сейчас мы тебя замотаем. В пеленки. Отлично. Блин, увидел. Куда он делся? Да здесь я. Давай сюда подбегай. Че, он сюда не прибежит, что ли? Бежал обратно. Окей. Давайте верхнего сейчас снимем. Охранника. Сейчас он только отвернется. Я мигом. Использую на нем свою паутинку. Отлично. Еще один сверху. Его-то я и не видел. Но это не беда. Все, отлично. Со всеми разобрались. Что случилось с ребятами? Ого, куда сиделись? Так. Куда он свалил? И откуда он выбежал-то вообще? Что-то я не понял. А, во. Почему перевода нет? Он же там как-то всячески обзывает меня, унижает. Перевода нет.
что про Осборна там сказал. И что? Стервятник, ты где, подонок? О-о-о, перышки посыпались. Джам-джам. Воу! Черт, надо было на кнопку нажать, там успеть. Ладно. А, промазал, да? Пупырь. Пернатый. Сейчас я тебе перья-то повыдираю. Че, еще раз? Как ты? У меня кнопки-то не появились. Ублюдок, а! Ну давай. Промазал, да? Как тебе? Зубками-то об зубки. На. Приятно, да? Ублюдок. О! А теперь что? Теперь вот так мочить? Нет, не мочится. О-о-о, коктейль Молотова! Смотрите, стоят прожекторы. Чё, снова надо? Снова надо этим светом его фигачить, да? Можно? А, ну да. Воу! Ну где ты? Так, я включу. Где он там? А! Да получи ты! Бежал! Ох ты, что это взорвалось-то? А куда он бежал? Вон он сидит. Высиживает. Попробую пролить свет на эту загадку. Да какую загадку? Просто больное блюдо, какая загадка. О, ничего себе! А, кажется, он хочет остаться в тени. Хватит всячески тут загадками говорить. А, попался? Так, он телепортировался. Вон он сидит. Пока он ослаблен, надо его бить. Давай, подходи ко мне. Он там сидел только что. Как? Блин, с другой стороны. Да что ты? А, как ты меня бесишь-то. На. Пернатая тварь. Качу. Блин, жизни-то у него больше, чем у меня. Намного.
Воу-воу-воу-воу, свалился. Где это? Куропатка. Ну-ка. Ох ты, ублюдок, сзади. Хорош, а? Нормально или нет? Как ты меня достал. Кенгуру ты сраный. Куда он свалил опять? Опять поджег меня, да? Блин! Не говори мне ерунды. Да хватит, а! Так, где он? Блин, я ему только половину жизни снес. Это ж пипец какой-то. Давай, подбегай к прожектору, ублюдок. Отлично. Ай-яй-яй. Человек-паук. Ты меня порой просто бесишь. Вместе с этой куропаткой. Так, летим к прожекторам. Пока он прицелится на этот прожектор, блин. Вот сейчас сразу. Селся. И... О, сидит. Зашкерился. Пернатый наш друг. Понемножку, понемножку у него отбавляются жизни, блин. Так. Успел. Куда он свалил? Где он там? Чистит свои перышки. Так. Отлично. Давай, я жду тебя, друг мой. Теперь более так смачненько получается. Тактику проработал вроде как. Ему, в принципе, чуть-чуть осталось. Давай еще разок. Где ты? Оп. Все. Кирдык тебе, пернатый. Петушок. А чё у него жизни не убавляются? Что снова? Снова мордобой? Окей. Сам напросился.
Давненько, кстати, вот этих мордобоев не было. Ох ты, ублюдок. Получи. Все, теперь тебе это точно кирдык. Все кончено, грязный паразит. Не, на очереди Осборн. Ну что ж, дорогие друзья, стервятник побежден. Куропатка это уничтожена. Вот. Очередной камешек у нас в руках. Осколок у нас в руках. Вот. И на этом я заканчиваю серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.